Давайте лучше компотиком. Вот компотик в самый раз. Так, два раза Вова пометался, попробовал один вариант, второй вариант. Посмотрим, что сейчас сыграет. Ну, Е5 не было, обычно он играет Е5, еще знаю. Любит он. Любит он эти вещи. Так, и снова здрасте, продолжаем разговор. Следующая партия, 1-3 летим матча. Да, все-таки идет сюда. В принципе, еще запас есть. Причем запас вполне, я бы сказал, даже приличный на самом деле. Давайте слон d6, сыграем такую расстановочку. Он играет и так, в общем-то. Посмотрим, как он на нее будет реагировать. Довольно плотная. Против Андрея, наверное, то, что надо. Играет и так. Так, да. А можно h5 психануть. В наши годы уже пора на компотер. Да, Александр, вот я же про это говорю. Сыграть. А мы уже как бы не можем. Может быть, какой-нибудь d7, слон d3, e5. Мы уже не можем себе позволить. Так, все, он собрался, пора побеждать. Что-то какая-то хрень. А давай по e5, e4, попробуем. Да, но матч это такая очень специфическая тема. У них, конечно, такое случается. Да, давай f4. И даже, я бы сказал, не иногда. И выскочить, да, наверное? Они f6 ходят. Ну, главное сейчас да, это не отчаиваться, собраться не и выиграть одну подряд, потому что иначе... Можно так конкретно ничегошеньки. Поплыть. Можно так очень конкретно давай, поплыть. Так, давай слон b4. Андрей ЦС, приветик. Попробую его оставить с плохим слоном просто. Вообще ничего а не правда, вот если f5 заткну... Я хотел, у меня была идея где-то f5 заткнуть, но там слон через h4 сможет выйти в люди. Ну, пешка e6 разве что какая-то такая, знаете. Ну, это сильно мелко. Можно, в принципе, короля на f7 мелко поставить. Думаю, уже так, слон дурацкий. Смысла рокироваться. Слон у меня дурацкий. Давай так, дочь, комар прилетел, сел на дуску. Может, f5 где-нибудь задвинуть? Так, давай h5. H5 вперед, коня дальше хочу на f5 поставить. Довольно. Там не реагируют, да. Поле, а-ля каракана. H4, я боюсь хода. Давай c4 поле пойду. Довольно хорошее, на h4 как-нибудь попробуем, может, такое что-то сделать. Напал сюда. Блин, надо было давай, h4, h4, там тогда h4. И нет, у меня поле 5 нормально. Защитил. А даже так. Она h4, а я уже не смогу. Ничего не стесняется, блин. Андрей. Так, ну можно b5 подорвать на самом деле. И фиксануть по полям белым. А b5. Ого. Попробуем его так спокойно позиционно переиграть просто. Не выпендриваясь. Видно. Без всяких суперактивностей. Посмотрим, что он будет делать. Но позиция, мне кажется, у меня уже весьма приятная. Главное, тут было не бить на b7. c4 жалко, на h4, не могу. Так хочется c4 пойти, я не могу. Добрый ты вечер. Какой... Не очень хорошо, давай сваиваться по линии Б. Так, можно... Будем сюда давить. Ну, нельзя. Я думал, я c8 бан, там... Слон, конечно, вообще, но мертвец. Ну что это за фигура? Да, неудачненько. Что за фигура на g3? Можно какой-нибудь d6 бан, на самом деле. Ерунда, не фигура. У меня дейка просто сдвоится как-то атаковать так, пешку так, Б. Так. Других идей не вижу. Других идей мы не видим. Ладно, давай ладится 8 ну, сюда, пока. Хорошо, давай. А, переударить же может, ладья b7. А не может, не. Ладья b7 пока не может. Да. Если ударил, то ладья b7, ладья c7, ударил, ладья b7, победа. Там пока да, он сюда метит. У него такой получается так, немножко так, разрыв, так, потому так, что так, ладья так, должна так, и на c3 будет держать, и так, пешку. Так, сюда, туда, туда, сюда. Дально. Давай сюда, быстрее играть надо. Так, наверное, давайте еще с... А сейчас может, разгоним. Кстати, уже. Чтобы не было всяких f5 идей и слон d6. Хотя это было, наверное, не страшно. Ладно. Да, сожрался. Ладья b7 теперь не работает, потому что конь b7. Ладья b7, ладья c7. Сюда работает. Можешь f5 его спровоцировать на конь f5. А f5, если ударит, то там ферзь d5 появится. Сейчас f5 его подковырну, если даст. Захватим. Если даст, обязательно ковырну. По белым полям? Вот давай, ковырнем в общем. Воу. Да. Такой неожиданный ход. Наверняка он не ожидал тычка этого. Это 5. Дело в том, что брать никак нельзя, и конем нельзя брать. Ага, просто так ходит. Так, просто так. Можно здесь сесть. Ну, такая позиция, да, немножко вносит Андрей дисбаланс. Любит он такую игру. А я на самом деле в последнее время могу сказать очень много мучаюсь. Теперь через d5 убийственный ход. Ну как убийственный? В принципе, наверное, нет, убийственный.
Персик 5 вот полетит. Но правда у нее тут тоже своя игра. Время! Атакон, вроде и поспокойнее где-то хочется. Мне. Не знаю почему. Так, подождите, а как мне тут ходить? Персик 5, фигня какая-то. Задумался, о. Есть над чем подумать. Нету. Очень неприятно здесь и здесь. Давай так. Жертвовать, так, погодите. Сейчас, а что это такое? Ладья Е6, ладья Е в 3, нифига себе. Что такое? Ого, я этого не видел. Потерял я где-то свою игру. Так подожди. Я тоже играл не идеально, съел. Но получше. Если ладья D6. Сейчас. ЖФ сил тут. Там я вроде как убегаю вниз, да? Время. Так, давай сюда. Давай так. Нет. Съел. Защит. 2-2. А же 7. Хотя толку. 2-2. Так, на время больше. Должен побеждать тут. Да, скинет флаг. Фу, блин, да что за хрень-то я в цит... Ой, ну нельзя с ним с этим так играть, не успеваю. Ой, чёрта. Пец просто. Да ёшки ты, матрёшки. Да, я вообще не в форме, видимо. Вообще не в форме сегодня. Да, но партию выиграл. Партию выиграл. Понимаешь, позиция была под отличным качеством, видимо, выигранная. Но уже на секундах что-то там какая-то хрень началась адская. Да, но есть победка. Одна подряд. Хотя бы одна победка подряд. 335. А я не успевал один D5 взять. У меня секунды. Я уже на приходах играл. Спасибо, все, погнали дальше. Я, ну, просто не 2-3. Могу. 2-3. Я играл уже на приходах. Так. Да. Ну ладно. Матч уже очень ничего. Явно непростой. Но на самом деле, как и... ожидалось. Я изначально говорил, соперник опасен. А, ну видите, у нас, смотрите, сейчас на Личес просто абсолютно одинаковые рейтинги. 2572 обоих. Забавно.